Всем привет! С вами я, Александр Демидович. Сегодня у нас 17 июня 2021 года. И я сейчас с вами хотел бы поговорить на тему, а в Полтаве справедливости таки нет. Вчера я смотрел и анализировал трансляцию заседания постоянной комиссии с питань экономичной политики, коммунальной властности, бюджету и финансов. И вы знаете, мне врезалось вот, прямо вот так по глазам ударило вот такой факт. Оказывается, последних 18 лет у нас в городе было коммунальное, создано в 2003 году коммунальное предприятие, где был директор, ну, по словам нынешних чиновников, это была одна единица, он получал как бы минимальную зарплату. Но 18 лет это предприятие существовало. И что и как происходило под видом этого предприятия, нам на сегодняшний момент непонятно. Но еще больше меня ударило, знаете, вот то, что я в зале увидел целый ряд депутатов с прошлых каденций. То есть люди прошлую каденцию сидели и не видели этого, они не знали. Чем они там занимались, хрен его знает, но вот этого факта они не знали. Мало того, я там увидел даже зубра такого серьезного специалиста местного самоуправления, даже областного масштаба, Александра Удовиченко. И он не знал, оказывается, об этом, будучи во власти области, потом вот перейдя в городскую власть, не власть, точнее, коммуникацию с властью. Оказывается, люди вообще, они не знают, что там происходит, к чему, как, зачем, почему. А просто вот так вот, они ходили, и тут вдруг кто-то случайно наткнулся на этот факт и решил, наконец, урегулировать его. 18 лет, подчеркиваю, это происходило на глазах у некоторых из людей, которые сидят в зале, и они этого не видели. Вот посмотрите внимательно, тут две минутки делов. Всем хорошего настроения. Так. Третє питання прошу зняти з розгляду у зв'язку з доопрацюванням. Третє. Припинення юридичної особи комунального підприємства «Міст житлобудкомплект» шляхом його ліквідації. Це підприємство було створене в 2003 році. Воно мало працювати як підрядник управління КАП «Будівництво», але по факту воно не одного дня так і не працювало. Тобто функції він ніякі не виконує, воно просто висить на балансі і сенсу його утримувати далі, ну, немає. Там одна єдиниця – це директор, якому ми сплачуємо зарплату, який по факту нічого… З 2003 року? З 2003 року, так, так. Да. Да. Доопрацьовувати ліквідаційну комісію, тому що ми зробили проєкт на ліквідаційну комісію, ми як орган керування створили комісію з нашого органу, але наш юридичний відділ вважає, що це буде пряма корупція і треба створювати нову комісію членів міськвиконкому. Ну, якщо ми за сьогодні вспінемо, додамо, то так буде. Ну, ми зараз працюємо над цим. То ж тоді ми вас, скажімо так, звільняємо від нашої комісії, ідіть працюйте тоді. Дякую. Далі.